Сегодня активная молодежь представила мэру Красноярска свои проекты. Адхамок Булатов поучаствовал в очередном заседании молодежного клуба. Участники рассказали главе городской администрации о своих идеях. Например, один коллектив предлагает создать информационное табло для контроля общественного транспорта. Другая группа хочет открыть социальную службу, где будут консультировать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Самые лучшие проекты получат шанс на воплощение в жизнь. Мэрия их профинансирует. Сегодняшнее рассмотрение показало, что очень много молодежь думает об общественных пространствах. Видимо, молодежь не устраивает тот уровень благоустройства города, который сейчас существует. Это очевидно. И что очень важно, молодежь не просто требует, что нужно сделать что-то, а молодежь предлагает. Нужно сделать, мы предлагаем сделать так-то, так-то и так-то.